Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о том, как по коду увлажнителя серии HeaterSteam определить его основные функции и характеристики. Код увлажнителя серии HeaterSteam традиционно для всех увлажнителей, как для всех увлажнителей, состоит из 10 символов. Первый символ, буква «У», всегда обозначает слово «увлажнитель». Второй символ в этой серии – это буква «Р». Произошло от английского слова «резистивный» и означает, что данный увлажнитель нагревает воду с помощью тенов. Следующие три знака – это паропроизводительность. Для данной серии пароувлажнителей производительность может быть от 2 кг пара в час до 80 кг пара в час. Следующий символ «H» – это тип контроллера. Данная серия увлажнителей уже идет у нас 4-го поколения. Но маркировка контроллера не менялась, все та же буква H. Хотя контроллер принципиально изменился и относится к серии C-пика. Данные контроллеры у нас самая последняя модификация и самые современные, поэтому в отличие от предыдущих серий увлажнителей, предыдущих версий увлажнителей, этот контроллер отличается тем, что к нему можно подключиться по двум портам по протоколам Modbus и Bacnet в случае наличия системы диспетчеризации. Также можно подключиться к персональному компьютеру или к планшету и видеть, что происходит с увлажнителем. И есть еще одна очень полезная функция для сервисников – возможность подключения через USB-порт флешки для того, чтобы записать журнал аварийных сигналов, либо скачать с нашего сайта новую обновленную версию программного обеспечения для увлажнителя и таким образом перезаписать и обновить программное обеспечение для данного увлажнителя. Следующая цифра – это символ и означает электропитание. Электропитание в России, в принципе, только два наиболее ходовых, поэтому наши увлажнители идут либо с буквой D, что означает однофазное электропитание на 230 вольт, или идет буква L, в этом случае это трехфазное электропитание 400 вольт. Следующий символ очень важен, то есть восьмой по счету символ. Здесь могут идти цифры 0, 1 или 2. Если в кодировке данного увлажнителя стоит символ 0 или 2, то это означает, что под серия этого увлажнителя Process, и значит нагревательный элемент сделан из сплава инколой. Если на восьмом месте стоит цифра 1, то это означает, что это под серия титаниум, и значит нагревательный элемент выполнен из титана. Кроме того, этот символ также обозначает и то, какой у вас будет дисплей на данном увлажнителе. Если будет стоять цифра 0, то это означает, что у вас кнопочный дисплей серии PGD-1, а если у вас цифра 1 или 2, значит у вас будет сенсорный дисплей PGD-X. То есть и плюс к тому же это не просто сенсорный экран, но и в том же одновременно и цветной экран. Ну и у нас с вами остался самый последний символ, это цифра 4. Цифра 4 – это четвертое поколение серии HeaterSteam, но вполне вероятно, вам на объектах могут встретиться и предыдущие серии 1, 2, 3. И это означает, что хорошо, что он до сих пор работает, но поставка запчастей продолжается до сих пор. Спасибо за внимание.